грамотно быть не только в борьбе, но и жизнь можно пожить. Потом, знаете, как Хаким Агай говорит, девушка загубил. Его сборные соки выжили. Вот он сказал, да? Он говорит, я не хотел на море воды давать, говорит. Я сам лучше готовил, говорит. Он же молодой живет, говорит. Так готовил, говорит. Ребята брали на сборы, на сборы. Везде его пихали. Никого не было, кто можно дать. Везде на каждом турнире его. И вы свинос. Соки так выжили, говорит. Я такой, блин, ругался с ними конкретно. Ну, это примерно тоже с Ужуром было. Да. Потому что Ужура пихали. Он еще по молодежи уже азарт был, да? Потому что никого не было в Пустове. Да. А эту задницу прикрыть надо было. А результат показал. За нами то же самое было. И поэтому, если хочет бороться, я говорю, не борись, не будешь бороться. Говорю. Я-то знаю, он сейчас 77 строку может пройти. На сборы возьмут его, все будем. Стоп. Ругается, хочу проверить. Стоп, молодежь выиграли, говорю. Ты проиграл, говорю, выиграл молодежь, говорю. Все обижается, говорю. Это пройденный этап, говорю, блин, суки. Красные пальцы. Тройку на сборы. А нет, вы женщины, молодежь, правильно вы говорите, это не урод. Объявляйте хотя бы год-два. Козлоков поедет от Мачаева в Дубай. А он же не успел прийти. Сразу. Кола! А что он получается в 16 году? Он еще был, пацан был еще. На взрослой Азии хорошо прыгал. Но на мир юниор поехал. Потому что розы повыжали, потому что... Да, везде надо беречь. Вратарь, да, вот здесь надо было иметь. Конечно. Выиграл ты, женщина, побыл перебор в Абхазии, Россия.